сорт винограда цветочный. В этого винограда самый сильный мускатный аромат. Очень мощный мускатный аромат. Прекрасный сорт. Ягода сочная. Грозди такие сбитые немного. Сбитые грозди. Рыхлых гроздей практически нету. Сбитые грозди. Урожайность высокая. Вот на побеге три грозди. Здесь тоже две грозди. Ну, он вытягивает урожай, в принципе. При перегрузке ягоды увядают. Даже целые грозди бывают увядают. Если молодой куст и не досмотрел, перегрузил, да, увядают ягоды. Болезнями поражается в средней степени. Больше склонен к поражению оидиумом. Поражает гребенушку. Мильдью более-менее имеет хорошую устойчивость. Вот такой лист чистый, огрубевший. Нет таких признаков заболевания. Такой мощный лист, кожаный, цветочный. Вот лоза уже вызрела до последней проволоки. Здесь подвязано все. Пластичный довольно в уходе, но сильно рослый. Лучше его сделать на малогумусных почвах. Вообще виноград лучше садить, технические сорта, садить лучше на бедных почвах. Вот такой урожай цветочного. Всегда при обработках надо добавлять препараты от оидиума. Мы используем фалькон. Возможно, и другие препараты. Вино получается очень яркое, мускатное, насыщенное. Цветочный. На 16 сентября 2023 года. Черкасская область. Еще пару слов по поводу цветочного. Здесь он посажен на террасе, большой террасе. Вот здесь склон, там следующая терраса у нас. А вот здесь склон. Здесь хорошо накапливается солнечная энергия, отражается на куст, дополнительно получает энергию. Сахаристость этого сорта на данный момент, 16 сентября, составляет 24%. Выше всех. Ни один сорт не набрал столько сахара. Очень сахаристый сорт. Цветочный. Это сорт винограда цветочный. Меряем сахаристость его. На 26 сентября сахаристость сока составляет 25%. Это вполне приемлемо и можно уже ее снимать. Сейчас проверим другие сорта и понаблюдаем. И сделаем вывод, что нам снимать. Уже такой стал, завяливается начал немного. Жарко сейчас, 27-28 градусов тепла, сухо. Для винограда это же самое то. Мы переехали на другой участок, где у нас второй виноградник находится. Здесь богатые почвы, чернозем. Это сорт винограда цветочный. Сейчас его проверим, сахаристость. На том участке было около 25-26. Здесь ровно 25% сахара. Цветочный всегда набирает хороший сахар. Сейчас мы вот еще одну для контроля проверим. процента. На богатых почвах сахаристость чуть ниже. Нежели песчаники на бедных почвах. Там сахаристость чуть повыше.